Как включить фонарик на устройстве Xiaomi Mi Watch Lite? Вначале просто берем и с самого низа смахиваем шторку вверх и нажимаем на кнопочку фонарик. Экран начинает светиться ярче, просто нажимаем на него, чтобы этот фонарик выключить. То есть фонарик — это просто ярко светящийся экран. Вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!